Ивановские газовщики начали проверку оборудования своих абонентов. После двух страшных трагедий и еще десятка несчастных случаев, связанных с использованием газа, было решено организовать тотальную проверку, причем в кратчайшие сроки. В группе риска старые многоквартирные дома. Всего порядка 70 тысяч абонентов во всех муниципальных районах Ивановской области. Проблема на самом деле не только в котлах или там в другом каком-то оборудовании. Проблема больше в том, что оно действительно старое, и год от года становится все старее и старее. Почему-то люди часто думают, что если какое-то оборудование отработало, ну там, 20-30 лет, то оно совершенно без проблем отработает еще столько же. Наверное, это не совсем правильно. Вот специалисты «Газпрома» проверяют дома на улице Шевченко. Именно в такой двухэтажке и произошел взрыв на Минской. Некоторые квартиры здесь коммунальные. Например, в этой на одну кухню и газовую плиту 5 жильцов. После тщательной проверки оборудования специалист выносит свой вердикт. Плиту надо отключать, она уже старая, технически непригодна. То есть в любой момент может произойти утечка, надо вот понимать. То есть сейчас я вам включаю, ставлю заглушку, пломбу, выписываю акт. Понимаете как? Есть, еще зависит много от хозяев, как они за этим смотрят. Потому что есть примерно оборудование, которым лет 10-15, установили совершенно новое, все работает совершенно. А есть оборудование, которому год от силы, но там же ничего не работает. Придется менять плиту. Ее установка займет совсем немного времени, но монтаж должны производить исключительно профессионалы. Напомним, организовать проверку внутридомового и внутриквартирного оборудования поручил губернатор Павел Коньков. Особое внимание к газовым котлам. В среднем срок их эксплуатации 15 лет. Несложно предположить, что агрегатов, давно отслуживших свое, будет выявлено немало. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.